Своими глазами увидеть легендарных футболистов – радость не только для заядлых болельщиков, но даже для тех, кто к спорту имеет посредственное отношение. Эти имена знает вся страна. Игорь Акинфеев, Роман Еременко и Ахмед Муса посетили торгово-развлекательный центр «Чайнатаун», где их уже ждали сотни людей, готовых задавать вопросы. Немного девчачий вопрос к Игорю, к Роману. Вы папы. И скажите, пожалуйста, какое самое веселое слово сказали ваши дети? Ну, одно из веселых. Мой сын называет меня папуля сейчас. Не папа, а папуля. Поэтому для меня это большое счастье. Ну, у меня старшая дочка такое слово сказала, которое сейчас мне как бы неудобно говорить, но вы понимаете. Так, на позитивной и доброжелательной ноте и продолжалась встреча. После того, как все желающие удовлетворили свое любопытство, началась, пожалуй, самая интересная часть мероприятия – автограф-сессия. Футболисты – те же знаменитости, все хотели с ними сфотографироваться. Душа русского человека очень хорошая, очень большая, необъятная. Человек знает, что ему надо, он верит в себя. Вокруг славы и признания, а у футболистов в голове только предстоящие игры. Сейчас для спортсменов важный период – финальная часть чемпионата России по футболу. Роман Еременко поделился с нами, о чем он думает, выходя на поле. Только об игре с нашей командной задачей, то, что какая у меня задача на поле, и все. А кто вас поддерживает? Кто является теми людьми, благодаря которым вы верите в себя и в свои силы? Ну, во-первых, я думаю, моя семья, жена, дети, родители. Ну и, конечно, тренера, одноклубники. Майки, шарфы, мячи, кажется, герои дня оставили автографы на всем, на чем только можно. В этот день болели у них не ноги, как обычно бывает у футболистов, а руки. Но такое общение с фанатами для спортсменов клуба ЦСКА очень важно. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.